все. Значит, 50 на 2. А почти не понимаю. Друзья, вот такие вот билеты. 10 проездок, 12,5 евро. Можно на метро ездить и на автобусе. Находимся в городе Мадрид. Все? Взяла деньги, взяла? Сдачу взяла? Сдачу взяла, давай попробуем. Чтобы не потерять. Получается, должен выходить и дать. По очереди, да. Так, такие вот дела здесь у нас. В другую сторону идти. Голубая линия. Голубая линия, Пенар, Душа Мартина. Пойдем вперед. Любовь, да. Ну мы здесь уже были. Уже. Ну да, нормально ведь. Мне нравится, что одним билетом можно больше 2 человека. Ну это. Или даже 3. Это хорошая вот голубая линия. Или даже 4. Ну то есть пока она просто не закончится. Ну ты можешь. 10 человек сразу проехали. Да, 10 человек один раз проехали и все. Это классно, потому что не надо каждому покупать. Ну да. Удобство. Есть удобство. Видишь, никто не работает. Да, стоят автоматы. Правильно, так и должно быть. Нечего людям работать. Ну там, правда, стоял этот, если что, спрашивать что-то. Надо, блин. Так, друзья, пока выключаюсь. Находимся в метро в городе Мадрид. Смотрите, Обзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.